Доброе утро. Короче, мы приехали в квартиру на такси. К нам приехал вообще такой такси шикарное, двухдверная Лада восьмерка. И двери плохо работают, сиденье вот это не откидывается, там не хватает какой-то кнопки. Сейчас идем по делам, да? Короче, мы сегодня с мамой и с малой поехали в квартиру, забрали там некоторые вещи, игрушки малой, забрали нашу кошку. А Мика так радовалась, там гавкала, пищала. Я даже не ожидала, что Мика так сильно любит нашу кошку. Так что вот такие вот дела. Я сейчас уже иду, Андрей подъехал, мы сейчас с ним встретимся. Идем куда-то гулять. Короче, мы встретились уже с Андреем. Поздоровайся. Здравствуйте. И он подарил мне цветочки. Мы сейчас пытаемся где-то найти место на трещине, где можно погулять. В общем, мы решили прийти на то место, где я была с Кирой, в этот Троищенский парк. Мы, короче, пришли к этому дереву. И у нас сейчас будет бой, да? Это наша драка. Ну что, я победила, это было так легко. Я победила, это было очень легко. Это было очень легко. Да, понимаете, кто мужик в доме? Мы сидим возле вот этой штуки. Ну как возле этой штуки? Там куча людей, поэтому мы туда не пошли. Мы сели поближе. Короче, мы сидим тут возле вот этого памятника. Тут какой-то круг вот этот. Странненький. И мы тут сидим. Мы так развлекаемся. Гуляем. Thank you.
с Андреем, и Андрей меня провел и пошел уже к себе, вернее, пошел на остановку и будет ехать к себе, а я уже иду домой. Фух, мы так хорошо погуляли, так прошлись уже, когда солнышко спряталось, уже реально не жарко было и приятно было гулять. Я люблю такую погоду, вот особенно вечером, это вообще офигенно, потому что вроде и лето, вроде ты одет вот как хочешь, тебе не жарко, прохладненько, тепло. Ну, короче, не знаю, но реально очень крутая погода сейчас. В общем, я иду домой. Все, я пришла уже домой. Мы будем ложиться спать. Я сейчас смонтирую влог. Так что ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Спокойной ночи.